Ты заседаешь, Оля? Заседаешь? А что один? А с кем? Нет никого. Сашка на машине уехал. Братуха? Да. С пацанами? Пацаны рядом сидит, а вот Сашка наш за рулем. Да? Уже ездит? Стажируется по Гавалюду, поэтому. Пробует когда? А что, он приедет сейчас. Ему уже сейчас самый экзамен вот этот, вождение будет. И все, и потом права. Считаю, уже с правами. Ну да. Там гармонист Серега. Привет тебе передавал, помнишь, приезжал к нам? Да. На день станицы был. Думаешь, в парке сидеть? Блин, сигареты не те. Не те? Крепкие? Тут их не поймешь, то ли крепкие, то ли слабые. Ну, курить можно все равно, когда их нет никаких. В парке сидели возле фонтана. Потом возле центрального стояли изначально. На днюху приедет, тебе сказал. А это что? Михайловский тоже. Михалку надо это отправить видео. Все отправим. И этот, который ты вчера вот ко мне приходил, когда снимали мы это все. Кто приходил? Ой, неважно, кто там приходил. Пообещали это. За бар ничего пока. А, за бар? Ну, сказали, подпомогут. То, что... Леха Жирновский, да. Леха Жирновский, мы с ним разговаривали вчера. Да. Я помню. 15 литров пива тебе, Олег. И куры гриль. От колька с Динарой. Ну да. Вот видео надо сейчас ему отправить. Да сейчас всем отправим. Михаил. Ну? Людмиле. Сашку. Они сказали, говорят, если пока ты не пришлешь, мы не приедем. А, вот так вот. Личное приглашение должно быть. Ну правильно они говорят.